Урок 22. Буква этого урока – твердая горловая буква ГАЙН. Давайте напишем ее. Давайте еще раз напишем. Над строкой. Под строкой. Точка сверху. Буква ГАЙН. А теперь давайте вместе правильно научимся произносить ее. ГАЙН. 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 Как мы уже отметили, буква ГАЙН горловая твердая буква. При ее произношении мы используем только горло. А для того, чтобы правильно произнести, представьте себе, что вы полоскаете горло. Г, г, г. Звук исходит от верхней части горла. Давайте вместе произнесем. ГАЙН, ГАЙН, ГАЙН. Ошибкой в произношении буквы ГАЙН является, что некоторые вытягивают губы. ГОЙН. Нет. Мы говорим ГАЙН. Это правильное произношение.